обзор приложения TimeLapse из магазина Play Memories Camera Apps. TimeLapse – это интервальная фотосъемка с заданной частотой кадров, например, в один кадр в секунду или еще реже, с объединением серии таких снимков в один видеоролик. Такой прием из мира кино отлично подойдет для записи медленно протекающих процессов, помогающий легче заметить происходящие изменения. Распускающийся цветок, движение облаков на небе, прилив-отлив, прогресс строительства объекта и многое другое. С помощью приложения TimeLapse из магазина Play Memories Camera Apps ваша камера легко справится с такой съемкой и даже подготовит видеоролик. Смотрите видео о том, как скачивать и устанавливать приложение из Play Memories Camera Apps. В качестве примера мы используем камеру Alpha 6300. После установки программу можно найти в пункте «Список приложений» в четвертой вкладке меню камеры. В стартовом меню на выбор предлагается несколько готовых пресетов настроек и пользовательский режим. Чтобы лучше познакомиться с возможностями программы, выберем «Пользовательский режим». Из базовых настроек можно выбрать тип экспорта. Серия фотографий, готовое видео или фото плюс видео, интервал между снимками, количество снимков и автоэкспозиция для режимов PAS. Изменяя параметры, можно увидеть, сколько времени займет съемка и какой протяженности может получиться ролик. Для тестового снимка нажимаем кнопку C2. Если экспозиция и резкость настроены, нажимаем спуск и ждем окончания съемки. Данное приложение работает на многих камерах Sony Alpha, у которых есть Wi-Fi модуль. О совместимости приложения с вашей камерой смотрите информацию по ссылке в описании к видео. Используя приложение TimeLapse, вам больше не придется использовать сторонние аксессуары для интервальной съемки, а процесс создания TimeLapse-видео станет намного проще.